Когда я молодой, я был очень интересован в России. И я хотел знать, отличается между Россией и Америкой. Я всегда хотел посетить в России. 12 лет назад у меня был возможность. У меня был бой в Москве. Мой бой был очень плохой. Я проиграл мой бой. Я сломал мою ногу. Но позже у меня был хорошо возможность посетить в России. Я сделал много мастер-класс и много драться, и я был счастлив. Но я боец, так я был like, много другой страны, my жизнь. Может быть 35, может быть 40 другой страны. Я встречал много другой людей, и я видел красивый город. Так Россия, так я выбрал жить в России. Несколько лет назад у меня был бой в Пензе, мой первый раз в Пензе. И я был в Пензе 3 недели, период мой бой. Я сделал много мастер-класс, интервью, тренировался. Во время один интервью журналист спросил меня: «Джефф, тебе нравится Пенза? Тебе нравится Россия?» Я сказал: «Да, да, очень, очень. Мне нравится Пенза и Россия. Но я не хочу быть в Пенза и Россия сейчас. Я хочу быть в Америке. Потому что моя мама очень болен. У моей мамы есть рак». Позже мой бой. Это бой я выиграл. Следующий день у меня был один свободный день. Я сделал гулят. И я сам переводчик. И когда я гулял, старик сказал: Джефф, подожди. Я жду. Он сказал: Джефф, я видел твой интервью. И ты не понимаешь это, но я люблю тебя. Россия люблю тебя. И Россия люблю твою маму. И я люблю твою маму. И он сделал икон. Иисус и мама Мэри. Он сказал: это подарок для твоей мамы. Это Россия, от России, это любовь. Так, я нашел любовь. И почему я выбрал Россию? Не потому что Россия красивая, не потому что Россия интересная. Потому что у России есть душа. Я живу в России сейчас. Спасибо.